Эта икона – одна из самых древних собраний Государственной Третьяковской галереи. Она появилась еще в начале XII века в Великом Новгороде. Затем была перевезена в Москву в Кремлевский Успенский собор. Устюжская же она стала, потому что ее происхождение ошибочно связывали с Великим Устюгом. Согласно легенде, перед данным образом молился блаженный Прокопий о защите жителей города от гнева Божьего. Изображенный сюжет заимствован из Евангелия от Луки и повествует о том, как архангел Гавриил приносит Деве Марии радостную весть. Она станет матерью Бога. Данная сцена получила широкое распространение в древней иконографии и насчитывает множество вариантов, отличающихся позами персонажей, наличием дополнительных фигур и атрибутов. Устюжская версия, в свою очередь, также послужила прототипом для создания списков. Она исполнялась как на деревянной поверхности, так и на стенах в виде росписи. Стоящий слева архангел Гавриил правой рукой благословляет Богородицу, в левой у него находится жезл. Этот атрибут путника выступает символом небесного посланничества. Одно крыло простерто за спиной, другое приподнято в знак приветствия. Богородица нарисована стоящей у подножия престола с мотком красной пряжи в руках, который намекает на процесс предения, олицетворяющий соткание младенца в чреве матери. Склоненная поза и отсутствие ярких эмоций на лице символизируют покорность Божьей воле и смирение. На груди, на складках одеяния виднеется образ младенца Иисуса Христа. Он обнажен, что указывает на наличие в нем человеческой природы. Набедренная повязка намекает на предстоящее распятие. Младенец Иисус изображен в терактовом цвете, практически идентичном тому, которым написано одеяние Богоматери. На расстоянии маленький Мессия полностью сливается с Марией. Вставленный указательный палец правой руки Девы Марии, которым она прикасается к небу младенца, образует некое подобие благословляющего жеста. Вверху иконы располагается еще один образ Христа, на этот раз в зрелом возрасте. Спаситель восседает на престоле в окружении небесных сил. В левой руке он держит свиток, а из правой испускает луч, направленный в лоно Богоматери. Оригинальная икона некогда заключалась в драгоценный инкрустированный оклад, который в период войны 1812 года, к сожалению, был безвозвратно утрачен.